И всем привет, ребята. В общем, сегодня мы испытаем с вами Гилу. Гилик. Собрал фит на него. Такой вот простецкий, как бы. Хочу его испытать на нулевых. На нулевых. Так, показать подробную информацию, да? Нет, не то. Блин, ну ладно. Корабль, 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 корабль. Во, оснащение кораблей. Ну, в общем, собрал вот такой вот фитик. Вышло мне порядком на 379 лямов. Ух. Давайте сохраним сразу. Так. Давайте вот так вот, Гила. Бездна Т2. Сохранить для корпораций. Ну, посмотрим. 379 лямов как бы ушло на все про все у меня. Как бы, ну, нормально, нормально. Давайте испытаем нулевой уровень. Это же нулевой уровень, блин, я не понимаю. Ну вот, нолик, нулевой уровень. Один крейсер. Ну да. Понеслась жара, понеслась медные трубы и так далее. Но если подохну, то ладно. Так. На сколько ракеты бьют? На 25 километров. Нормально, нормально. Подкачку щита врубим сразу. Так, давайте-ка дронов использовать. Да ё-моё, отсек для... Да ёлы-палы. Вот они, дроны. Сразу разобьем с вами. Ну, держимся, держимся. Нулевой уровень для Гилы это прям вообще рассадник какой-то прям. Так, сейчас ребятки наши разберутся с ним. Мы пока пойдем подберем лут. Но, слушай, нулевой уровень. Мое почтение. Держимся, да и не в бор... просто вообще. Конкретно прям хорошо держимся. Взять все. Дронов к себе приманиваем. Шесть, семь, восемь, девять. У меня было 10 дронов, не понял. Один сдох? Серьезно? Серьезно, серьезно. Ну ладно, ничего страшного, одного дрона потеряли. Вот эта херня интересное использование, конечно. Сразу на прицел возьмем. Так, еще один щит подрубим. Потому что тут посерьезнее сейчас бойня идет у нас.
Ну, легко-легко справляемся, слушай. Сейчас у меня пока перезарядка. Так, дрона моего не обижаем. Он, бедолага, мне нужен, как бы. Перезарядка, конечно... Да ё-моё, дрона моего не обижаем, говорю. Офигел, что ли, а, дядя? Посмотри, что они делают, а. Ну-ка, дронов обратно. Здесь можно, в принципе, и без дронов постараться пройти. Давай понадкусываю. Дроны терять неохота, ребят. Дрона вообще терять неохота. 5 миллионов, блин. Но не 5 миллионов, конечно, меньше. Давай, давай, давай. Ну давай, бля, еще одного дрона. Ну давай, 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 давай. Так, отлично. Кто там мне написывает? Никто. Пускай пока сломают. Да, 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 знаю, 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 знаю. А теперь нападаем, нападаем, ребятки, нападаем. Сейчас ты мне за все ответишь, бедолага. Так. Они там справляются у меня, ребятки. Давай, 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 давай. Разбиваем козла. Сколько минут? Где отслеживание минут? 8.63. Вообще не понимаю, где минуты. Восемь ноль три. Хотите сказать, что они дронов у меня убили? Короче, нужно дронов качать. Нужно качать дронов, ребят. Каких-то других дронов надо, которые могут... Ой, блин. Потому что дроны это все. Дроны это хорошие помощники. Итак, вот и мы и прошли бездну.
Странно. Прикол в том, что туда войти еще раз можно. Или нет? А, нет, все исчезло. Включаю варп-двигатель. Давайте уходим. Но вот так вот боевая бездна нулевого уровня и проходится. Легко, непринужденно, на гиле вообще спокойно просто. По, нулевого уровня, нулевого, да. Попробуем с вами потом чуть позже первого уровня снять контент. А потом второго уровня, естественно, долгожданный. Посмотрим, сколько мы можем там заработать. Ну, а здесь сколько мы заработали? Сейчас я вам скажу, сколько мы заработали. Мне просто нужно узнать, где можно тут что-то купить. Показать информацию о ценах. Давайте посмотрим. Расстояние 10 прыжков. Но вот есть расстояние 5 прыжков. Там это можно продать за 100 тысяч каждую штуку. А мы собрали с вами их. Ну, 900 тысяч как раз. Конечно, можно еще продать вот эти штучки. Но я их не хочу продавать. 900 тысяч. Учитывая, сколько стоят дроны. Ну, нулевые уровни, короче, даже в одиночку, ну, вообще не заработаешь. Вообще не заработаешь, это копейки, сущие копейки, ребята, ну, невыгодно. Так что попробуем с вами первого уровня чутка попозже пройти. В нулевом уровне меня даже не поцарапали, как мы видим. Посмотрим, посмотрим, как дальше будет. Всем пока, всем удачи, до новых встреч.